Вот ведь в чем прелесть интернет-вещания. Понятно, что в эфире все за деньги, но где обыкновенное счастье? Счастье, данное магнитогорцам, то. Да здесь оно, в интернете. Я понимаю правила. Рано или поздно, но ТВ двинет ноги. Лучше раньше. Меньше вам будут пудрить мозги, а то запудрили. Понятно, что кто-то лоханулся, но зачем сбивать потоки туристов, то. Из Египта и Турции. С головой плохо, да? Что сложного отправить для досмотра в порты своей группы? Нахрен! Всех из нормальных стран давайте в Крым! Пипец это называется. В Америке наши суда обслуживают только Дельта. Может кто-то и другой, но помня поездку, я это понимаю. По сути, вы кинули обглоданную кость вот этим детям. Только зачем? Они-то радуются, и они умеют показывать людям свои эмоции. Потому что они рисуют. Конечно, не каждый станет Айвазовским, и по сути событий. Шагал и остальные постимпрессионисты денег по сути не зарабатывали. Они зарабатывают их после смерти. Но правильные копии ценятся до сих пор, и я не буду судить и не судим буду. Но то, что рисуют художники, мне нравится. Единственный вопрос, зачем их равнять с метрами? Пусть все делают сами. Кто хочет рисовать природу, пусть и рисует. Кому-то нравятся портреты, да пожалуйста. Кто-то залез и в постимпрессию тоже. Посмотрите, что они делают, и по сути, денег за это брать как-то не хочется. Но я лично так думаю. Потому что за это денег я не беру.